Жорка уезжает. Вот, стоим, провожаем его. В путь, дорожку. Куда ты побежал? Опять? Давай сюда. Ой. Жорка. Давай, хозяин, утулись же. Иди, тулись. Ты помнишь, как мы идем, этот птичий рынок? Жора. Жора. Жорка. Вот. Идем по птичьему рынку. А он в корзинке сидит с сестричкой со своей. А Вика говорит, ой, глянь, какой симпатичный, говорит, песик. О. Я говорю, это Жорка. И купили его. Да, Жорчик? Этого Жорчика. Ухажерчик. А сестричка твоя где-то живет, и о ней никто не знает. А ты известна его на полмира. А может, на весь мир? А? Кто его знает? А пусть напишет нам, насколько он известен. Кто знает Жорика? Ты че? Он прощается, говорит, до свидания. Спасибо за вкусняхи, да, Жор? Пусть напишет, знаешь что, Вик, слышишь что? Ну да, я обращусь. Ну. Пусть напишут те, кто видит, может быть, в Германии, во Франции, там, в Америке, там, ну вот, кто далеко смотрит на Жорика, пусть нам, пожалуйста, напишут. Мы будем знать, что куда распространилось обаяние этого вот нашего Жоресика. Ох, и шайба у тебя, Жоресик. А Жоресик, почему мы назвали? Это в честь моего друга Жора Ларича. Он всегда ходил в белом костюме, такой элегантный, пазантный мужчина был. Очень просто, вот это именно копия Жорик. Прям тот, как Жорчик, да, Жорчик? Да, и тот Жорик, он такой интеллигент. Хотя сварщиком был, ну, интеллигент до мозга костей. Был вечно в белом костюме, в галстуке. Жорчик, ты тоже интеллигент. Да, вот Жорка, они... Я когда говорю Жора, вспоминаю своего друга Жорика. Он старше меня был. Ну, все равно вспоминаю. Жора, что ты глазки-то закрыл? Сейчас в багажник полезешь. Да. Что, поедешь? Да. Скучать хоть будешь? Не-а. Не-а. Скажи, у меня там невеста меховая, красивая. Ну да, щечка хоть подходит. Самоедка, да? Ну иди, сейчас не выключай, подожди. Давайте, идите. Садись на диванчик. Целуйся. Куда ты побежал? Жорочка, иди. Иди, иди. Бабушка. А я тогда дедушка, получается. Да, мой малышек. Ты мой родной? Родной. Скажи, я с бабушкой ночевал. Я с одной стороны ее подпирал, а дочь моя с другой, да? Так у вас было квадро? Или стерео? О, стерео было, да. Квадро это когда четверо. У вас трио было? Да. Мы, скажи, ее охраняли друг от друга, да? Ну что, Жорка, ну помаши лапкой. Все, всем пока.